Ассалам алейкум в городе Иркут сегодня. Сегодня 3 апреля, это означает, что завтра вечер лезгинки, а сегодня был мастер-класс. Как я обещал, мы приехали в Иркут, мы находимся на озере Байкал. Мастер-класс. Меня Эдгар зовут. Все великолепно прошло. Мне очень понравилось. Круто. Молодцы. Спасибо. Меня зовут Рамдель. Я, собственно, пуштун из Афганистана. Мастер-класс. Будь здоров. Очень нравится. Очень доходчиво, находчиво. Понятно объясняют. Впервые выступал. Выучил пару связок. Думаю, отпрактикую. Спасибо, ребят. Здесь Байкал, там Бурятия. Горы Бурятии находятся. Черные глаза. Все. Альберт, меня зовут. Первый раз участвую в таком мероприятии. Ребята, профессионалы настоящие, красавчики. Мне очень понравилось. Глаза, черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные. Получается, ансамбль национального танца «Ангара». То есть мы здесь в Иркутске танцуем. Нам прям очень сильно понравилось. Мы были в восторге. То есть это совсем... Для нас, как для бурятов, изучать другую культуру, танцы вообще было классно. Ну, то есть, блин, преподавание у вас отличное, и преподносите вы классно, и вообще очень крутые. Вот вы что здесь делаете? Здесь приехали посмотреть, что вообще Байкал. Сейчас... Все видно? Ну, все так, нормально. Все видно? Ну, так, сейчас слегка... Бледновато. Мастер-класс это крутая штука, да, прошли отлично, классно танцевали. Особенно классно было смотреть на вас. И... От души. Завтра будешь на вечер лезгинь? Да, постараюсь прийти. Все, отлично. А как насчет танца? Сейчас, подожди, сейчас 2 секунды организую. Ты не боишься, если ты зажгешь, то лед растает под тобой? Ну, опасения есть, но а чё, надо же попробовать. Я прям поднял свой уровень на вышку. Завтра, думаю, будет бомбовый вечер. Жду, ожидаю. Какая рыба водится в Байкале? Ну, поверь, есть такое, короче, здесь рыба есть, которая только в этой местности обитает. Омуль, как-то так. Почём? Ты зачем такие цифры спрашивать? Это подарок. От кого? От Аса Стайл. Байкал. Байкалу чисто. Меня зовут Рузанна, мне очень сильно понравилось. Я так сильно ждала, что даже сломала пальцы, но все равно пришла, потому что не могла пропустить этот вечер. Мне очень понравилось, супер. А в целом как ощущение, ну, здесь? Здесь? Акклиматизацию прошел? Да, буквально пару часов поспал и все нормально. Дальнейшие планы? Сейчас чуть по местности погулять и вечером зажечь на вечере лезгинки Аса Стайл в Иркутске. Понравилось? Да, очень. А как тебя зовут? Марианна. А тебя? Рипсо. Завтра будете на вечере лезгинки? Да. 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 Мы не боимся, мы движемся дальше. Большим слоем лед. Не, вот. Чем вот ты занимаешься здесь? Я вот прямой эфир снимаю. А так, еще, я говорю всем, пишите в комментариях, в какой город нам приехать, и мы приедем туда. Кстати, вот это видео будет у нас на YouTube-канале, вас Аса Стайл, так что заходите и смотрите. Ежи дневник Аса Стайл. Ну, вот таким образом ты развлекаешь себя, да? Я, да. А что еще делаешь? Меня зовут Ариша, а это Луана, это мой преподаватель по восточным танцам. И занимаемся мы Востоком, да. Я так и понял, если честно. Как вам мастер-класс? Вообще очень круто, прям вообще шикарно. Меня зовут Луана, я танцую арабские и грузинские танцы, а лезгинку я самоучка. Вот сегодня я обучалась первый раз в жизни, и я в восторге от вас. Ну и от того, как мы вообще тут потрудились, с удовольствием еще.
еще приду на мастер-класс. Отлично. Я актуально позанималась, если бы вы подольше остались. Ты готов? Вот пару слов про Байкал. Байкал, честно, даже пару слов нету. Это я с миссией вот шапку снимаю, низкий поклон. Байкал это вообще просто не передать словами. Ну что ты сделал, не передал ничего словами. Ну да, я же сзади меня стоит дом 1886 года. Оу, это что такое? А про достопримечательности что ты запомнил из всего, что... Достопримечательности здесь как... Если честно, в Чикале до сих пор есть такие дома. И мы заплатили деньги, чтобы посмотреть эти дома. Вот, посмотри... А, снимай, снимай! Что ты там это... Кстати, тут... Воу! Воу! Это что такое? Буксует, буксует. Прям эмоции переполняют тебя, да? Эмоции переполняют меня. Давайте этот пару фоток. Пойдем, пойдем. Намочили, потом ложим на ручки. Руки надо, чтобы расслаблены были. Человек хочет прям всю память заполнить не только в телефоне, но и в голове. Не, и как ощущение? Вам понравилось? Да, это вообще бомба, я тебе говорю вообще. Ну, как будто покатался, да? Как будто... Вы прям на эмоциях, да? Я вообще не знаю, короче, вот с утра я проснулся такой тихий, ну так, уныло, уныло, сюда приехал, вообще, как жизнь здесь у вас? Жизнь замечательна. Вот это мой коллега, император местный. Вот для вас играет. А это где лучше, в Чикале или в Иркутске? Это уже, братан, в Чикале, конечно. Вам не жарко? Не-не, это летом. Не, прохладно. Пойдем, что ли, пробовать омуля, как говорят местные жители. Это самый мощный деликатес, который водится в этом озере. А вот то, что за вами находится, это что за... Это... Вот это барабан, это бубен. Прекрасное место. И сейчас вы увидите дом Аллы Пугачевой. Не ожидали? А я сейчас зайду. Салам, салам. Гурам. Марат. А стрелы почем? Они не продаются. А вы куда целитесь вообще, я не понимаю. Я своему другу. Марат говорит, мы в доме у Аллы Пугачевой. Если честно, я ожидал большего. И вот тот самый омуль. Он уже на столе у нас. Омуль очень вкусная рыба. Как думаешь, кто это? Я? Я не знаю, кто это. Ни на что не похоже. Попробуешь, узнаешь. Без костей вообще. А это река Ангара. Это дочь Байкала. Я не понял. Ты что тут опять делаешь? Мы вас приглашаем на вечер лезгинки сегодня в Иркутске. В 7 часов вечера. Я с удовольствием приду, я люблю Кавказ. Любите танцевать? Любите танцевать? Да, я люблю. Дунгарах-тах-тах, дунгарах-тах-тах, лахкадах-тах-тах, дунгарах-тах-тах, люнгарах-тах-тах, чунча-чунча-чунча-чунча-чунча-чунча-чунча. С чего вы придумали, что это дом Пугачёва? Пугачёва духа здесь никогда не было. Пару слов туда-сюда сделай. Вы что здесь забыли опять? А вы можете вместе одно движение сделать, вот, чисто по-братски? Да, конечно. А вы сегодня сможете на вечер лезгинки прийти? С удовольствием. С удовольствием? Там мужик, он на коньках. Ты бы тоже хотел бы на коньках сейчас? Я бы на коньках сейчас дал бы. Мне вот просто хотелось узнать вот ваши впечатления. Наши впечатления незабываемые. Я думаю, этот день не забудет никто из нас, потому что Байкал – это чудо России, наверное, да. Это самый большой источник пресной воды. Представьте себе, во всем мире. Поэтому побывать здесь должен каждый. Живем мы один раз, не два раза. Поэтому приезжайте на Байкал. Ну, ты прям целенаправленно сюда вот из-за источника прибыл, да? Нет, ну так получилось, совпало.
слов, пожалуйста. Вот человек отдыхает. Как вам отдыхается на Байкале? Приходится идти по течению и ощущать себя в такой территории, где прям хочется насладиться каждой минутой, каждой секундой. Поехали! Наслаждаешься ты каждой минутой? Неоднозначные ответы. Вы себя нормально ощущаете? Да. Ну нету такого ощущения, что ты не на своем месте. Это все из-за того, что я сел на переднее сиденье. Нет, это может быть, ну, Байкал на тебя давит. Он меня вдохновляет, а не давит. Настолько вдохновил, что ты оказался на переднее сиденье. Буквально через 2 часа мы уже будем в ресторане. Всем добрый вечер, Иркутск. Добрый-добрый вечер, мы в Иркутске, как вы уже поняли, мы только что приехали с Байкала и сходу мы ворвались вот в этот танцпол. Сейчас возьмем маленькое интервью у иркутчан. Ежедневный газ составил в городе Иркутск. Поехали. Как вам вечер, лезгинки? Прекрасно, просто прекрасно. Молодцы вы, большие молодцы. Если честно говоря, вот нам было за этим столом прекрасно. Асса сделать. Мне очень понравился, молодцы. Я и с осетинами дружу, и с чеченами, и с дагестанцами. Я рад, что вы приехали. Спасибо вам большое. Всем большой привет от нас, от армян сибирских, которые живут очень долго в Сибири здесь. Всем большой привет. Очень красиво танцуете, все очень прекрасно, все мальчики молодцы, все танцы такие разные и по-своему уникальные. Приезжайте к нам почаще. Такой вопрос у меня. Сколько раз сегодня танцевали? Много-много раз. Я со счета сбилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Визер Тафарс. Хабар Назардама Фатсудай, Арахтернама Куайда, Ача Канцирта, вот вообще Дарджи Саги, да. Ва Никидарма Вахаура Фулдары Фулдар Канат, Хабар Расов, Эдитани Равди Стайта, Има Мана Алханулов Трагайдер Махна Балбакурта. Хави Сараж. Саражи вот Сума Хайдер. Сума Хайдер, Сума Хайдер. И там награду душу радуют сердца. Вы не торопите время, наслаждайтесь, друзья. Это птица свои крылья раз. Мы вами просто восхищались и кайфовали. Это уровень, вы просто от души, молодцы, красавцы. Хлопать и восхищаться, правильно сказал Ваграм. Поэтому у нас сегодня интернациональный стол собрался. Армянин, татарин, бурят, вообще этот. Очень хорошо. Прекрасный вечер. Ой, вообще, я просто в восторге. Вы очень классно танцуете. Мы так, ну, пытаемся. Так что прекрасный вечер. Приезжайте еще. Да, все. Приезжайте еще. Обязательно. Хорошо, мы постараемся еще приехать в Иркутск. Ну, мы получили огромное удовольствие. Спасибо вам огромное. Еще раз приезжайте к нам. Мы будем рады. Музыка под ваши аплодисменты. Вечер шикарный, просто спасибо вам огромное. Хотела бы поблагодарить вас за то, что несмотря на то, что мы находимся вдали от родины, мы вот эту культуру не теряем, мы воспитываем ее в наших детях. Вот они все это видят, и не только в наших семьях, а массово. Это очень дорогого стоит. Спасибо вам огромное. Спасибо.
потрясающе. Приезжайте хоть каждый день. Каждый день, говорят, приезжайте. А сколько раз вы сегодня танцевали? Ни разу. Как настроение вообще? Хорошо все? Почему не танцевали? Приятнее любоваться, чем танцевать. А еще будете танцевать? Возможно. Я хочу сказать, что это мы побывали на каком-то семейном празднике. Душевно. Это была большая дружная семья. Поселилась весна в моем сердце, не будет холодить зима, мое сердце не коснется тоска, но ты уходишь, я знаю раз и на... Хорошо, что вы к нам приехали за 7 тысяч километров, организовали такой праздник, такую радость для наших всех кавказских народов, для сибиряков и просто вот за то, что мы здесь есть. Ну вообще мероприятие бомбовое было. Честно, вот эти мужчинские вот эти все танцы показали, вы красавчики, ребята. Всем благ, большое вам спасибо. Реально вечер сделали. Мне все понравилось. Ну а так, если шутки в сторону, реально все было профессионально, все было четко, мне все понравилось. Вы большие молодцы. Все, большое. От души. Сау. Сколько раз сегодня танцевали? Ой, так было много, что я не считала. Зачем считать? Конечно. Отлично. Вообще считать не надо. Сколько? Надо постоянно танцевать и танцевать. Я с удовольствием посмотрела ваши танцы. Иногда, когда загрущу, в интернете найду лезгинку и балдею. А сегодня вот наяву все получилось. Мне очень помолодцы. Музыкальные, пластичные. Приятно смотреть. Понравилось. Вы великолепны. Особенно вы, Марат с Фатимой. Я вообще, Фатима, у вас замечательно. Я вашу свадьбу смотрела от начала до конца, все 3 дня, по-моему. Спасибо, что вы есть. Да, потом, естественно, Азамат тоже следующий был. Тоже видела, все смотрела. Все прекрасно у вас было. Поэтому я действительно все ваши мероприятия с ваших свадебных торжеств. Фатима у вас изумительно танцует. Когда вы приехали в Иркутск, мама тут... Мы должны пойти. Я просто даже не ожидала, что вы приедете в Иркутск, и что я познакомлюсь с вами так близко, и даже сфотографируюсь. Это вот, знаете, потому что я 5 лет точно за вами наблюдаю. Это серьезно. С днем рождения еще раз. У нас именинница сегодня. Потеряла голос, такой сюрприз мне устроил ребенок. Я очень счастлива, что поучаствовала с вами со всеми в танцах. Белый снег сияет светом, черные глаза. Изначально растерялась, конечно, но я получила кайф. Черные глаза ослепили меня, глазки черные. Спасибо вам огромное, вы все молодцы. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза. Черные глаза, черные глаза. А чего так в России березы шумят?